19 мая – День детства, а в советское время отмечали День пионерии. Праздник переименовали, но традиции во многом остались прежними. Творческие коллективы представляют театрализованный праздничный концерт, вальсируют выпускники, с шествием проходят юные барабанщики, жгут пионерский костер, после чего небо над центральной площадью окрашивается праздничным салютом. Программа, в общем-то, традиционная, но каждый год в ней вносятся какие-то изменения, коррективы, чтобы всем было интересно, празднично, чтобы все почувствовали себя настоящими жителями планеты детства, планеты Земля. И еще раз задумались о том, как прекрасна наша планета, как мы ее должны беречь и, конечно же, сохранять мир. Это для наших детей, для балаклавцев, для детей, чтобы они вспомнили старшее поколение, что сами когда пионерами были, ходили под барабанную дробь и зажигали костер. Детки, чтобы знали, что такое было, и не только у компьютеров сидели, но и выходили на такие мероприятия. Главные герои вечера – не пионеры. Это те малыши, которые уже далеки от советского времени, но осознают, праздник, как и всегда, должен получиться ярким, а потому готовились ответственно. Мы очень долго готовились к этому выступлению и будем счастливы, если мы выступим в нем, и все зрители будут в восторге от нас. В гости к своим балаклавским товарищам приехали воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Кадеты украсили концерт барабанным дефиле. Я думаю, что нас примут с аплодисментами, потому что мы первый раз в балаклаве, нас еще здесь вроде бы не видели. Дети создают атмосферу искренности. Хочется танцевать, петь песню у костра и загадывать желания во время салюта. День, когда каждый взрослый может почувствовать себя вновь ребенком, должен быть у всех. Был он и у балаклавцев. Юлия Бауськова, Виталий Коломиец, информационный канал Севастополя.